Наталья Чернякова. А сейчас, друзья, мы приглашаем вас на зажигательное, разрывающее, жгучее, страстное танго «Ревность». Да. Я мама, ты что мне обещала? Никаких жвачек, никаких конфет. Все. Открою вас. Это какое-то покрывало драть. Thank you.
Наталья Чернякова. Спасибо большое. Еще, друзья, приветствуем словом художественный руководитель Брестского городского оркестра под управлением Валерия Коваля, сам Валерий Борисович Коваль. Добрый вечер, дорогие друзья! Я хочу вам сказать, что сегодняшний вечер посвящен замечательному празднику, замечательным людям, Дню медицинских работников. Давайте поприветствуем. Я вот вижу, что здесь мой любимый доктор Ольга В. Иванов Тарасевич, заведующая отделением неврологии. Давайте ее поприветствуем. Это замечательный человек, замечательный доктор. Я думаю, что такие же, как она, все доктора. Поднимите руку, кто здесь есть, связанный с медициной. Мы приветствуем вам и вам дарим этот вечер. С праздником вас! Всего вам самого доброго. Будьте такими замечательными, отзывчивыми, необыкновенными, внимательными всегда. Добра вам, любви, счастья и удачи. Для вас поет Наталья Чернякова, «Кумпарсита». Oh,
готово. Для вас с любовью.